В едином центре поддержки участников СВО, членов их семей, собрались серебряные волонтеры и члены общественных организаций города. Здесь прошла встреча с военным фельдшером, служащим в СВО. Александра, ветеран боевых действий, в августе прошлого года пошла добровольцем на СВО. Она служит в медроте военным фельдшером. До отъезда на передовую работала на станции скорой помощи РЖД «Медицина». В родной Серпухов женщина приехала в двухнедельный отпуск и выделила время, чтобы встретиться с волонтерами и членами общественных организаций. Кроме слов благодарности, кроме, так сказать, низкого поклона, здесь даже больше сказать нечего. Потому что фельдшер – это такая специальность, которая, в общем-то, сталкивается с боевыми действиями напрямую и видит всю боль. Подарки, объятия и слова благодарности. Встреча с маленькой хрупкой женщиной никого не оставила равнодушным. Вопросы о военном быте, о самой работе и, конечно же, о том, как она решилась на такой шаг. Выбор был нелегким, но оставаться в стороне не смогла, несмотря на то, что дома у Александра остались мать и двое несовершеннолетних детей – дочь Диана и сын Ваня. Мам, я очень люблю. Вот эти, мам. Я даже, честно сказать, как-то особо не раздумывала. Я боялась как бы маме это сказать и оставить маму и двух детей. Все-таки морально тяжело. Вот. Но мама меня поддержала. Мама поддержала. Дети меня поддержали. Ну, понятно, что Ваня маленький пока еще. А дочь меня поддержала. И она прям гордится мной. Дочь Диана не только гордится, но и хочет пойти по стопам своей мамы получить медицинское образование. Она уже подала документы в Московский областной медколледж. И сегодня на встрече исполняющая обязанности директора Татьяна Шипилова объявила девушке, что она зачислена. Я хочу тебе сказать, что ты однозначно будешь у нас обучаться. Мы надеемся, что тебе очень понравится наша большая дружная семья. Также у нас есть волонтеры-медики. Вот, а волонтеры-медики оказывают тоже большую помощь, как центр поддержки СВО, также, в принципе, вообще оказывают помощь, в принципе, городу Серпухову, да, Ростовскому округу, да. И поэтому мы тоже приглашаем тебя вступить в волонтеров-медиков. Прямо с первого курса у нас начинается прием именно волонтеров. Диана пополнит и ряды волонтеров, ведь их помощь и поддержка в зоне военной операции необходима. И девушка, как никто другой, это понимает. Отпуск Александры подошел к концу, и она возвращается к своей другой, уже боевой семье. Мы там действительно как одна семья. Вот я в медроте, я уже не вижу своей жизни, наверное, без них. Ну, пока вот идет СВО, без них. Хотелось сначала перейти, и все, и потом думаю, что нет, ну как? Я уже не смогу, потому что там уже все родные люди для меня. Да. Просто для меня родные люди. И я не одна там девочка, у нас там 8 человек. В конце встречи по традиции общая фотография и автограф на флаге. Дата и позывной. А он у Александра не шуточный. Война.